Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата, и вот обещанные видео из моей деревни Нигды. Ну, не самой Нигды, а деревня называется Кызылджа, находится в районе Бора. Там в данный момент сейчас наши родители с мужем, и многие очень интересуются их жизнью, их бытом, что они делают, как у них огород, как дом. Вот для таких зрителей я и покажу эти видео. Наша племянница постоянно нам присылает, и я решила объединить эти видео в один большой фильм. Смотрите, не переключайтесь. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех моих видео. Пока-пока! Надеюсь, вы смотрите до конца. Друзья мои, мы находимся в деревне Кызылджа. Вот племянница отправляла мне несколько видео постоянно, но у меня никак не получалось их смонтировать. Наконец дошла очередь и до них. Сейчас я хочу показать вам ферму животноводства, как развивается в Турции. Какие хорошие холеные коровушки, вы видите. Как все здесь вот обустроено. Мне кажется, очень интересно будет и вам посмотреть. Я показывала вам видео о козлятах, козах. А сейчас вот такие коровки ухоженные на ферме. Leyla da çekti. Hı? Çiçekleri mi? Ну а это цветочки мои анемчика. Ведь у нее такая же любовь к ним, как и у меня. Вот она сажала, она их берегла от холода, и такие вот они у нее выросли. Ну, знаете, что эта запись была сделана до праздника Байрама, наверное, за 2 недели до этого. Вот так вот выглядит наш огород. Вот здесь вот они сидят и готовят буреки, там что-то жарят, парят. Вот странно и удивительно, что здесь вот такая белая земля. Говорят, что это от такой воды. Пока на огороде ничего не видно, но скоро все будет заметно. Вот нескончаемое число цветочков. А вот и гвоздики. Здесь будет скоро-скоро все хорошо обустроено. В этой стороне картошка. А это абрикосовое дерево. Мы когда приезжали в том году, успели на абрикоски попробовать свеженькие. А это дерево сливовое. Ирик говорит племяннице, что в этом году хороший урожай удался. У нас немного плодовых деревьев, но достаточно. Там нету места сажать. А это испанак. И вот белая-белая земля. Я удивляюсь, как на ней еще может что-то расти. Ну, здесь и картошка будет посажена, и все. И фасоль, и огурцы, и помидоры. А это вот наши родители. Видите, какие они друзья. Ванемчик, бабачи. Привет, мои родные, дорогие. Собирают сливки или абрикоски собирают зеленые. Кстати, они там тоже кушают их с удовольствием. Видите, как дружно. Все делают вместе, вдвоем.
Привет, твои хорошие. Ну, а это сейчас показывают видео, прям свежее, присвежее. Посмотрите, как за 2 недели выросли цветочки. Гвоздик, сколько гвоздик у моей свекрови. Смотри, какие красивые. Ой, надо обязательно попросить у нее таких. И с этой стороны, видите, как уже чуть-чуть подросли. Мы должны потом горшочки отвезти. Вот этот какой красивый, очень красивый. Ахадан ışıkta geliyor ya. Через месяц там будет вообще красота. А вот этот пион. Так у нее много его. И вот красивые гвоздички разного цвета, раскраски, оттенков. Очень красивые. Это розочки здесь. Розы, очень много роз у нее. И с этой стороны розы. Такая арка потом образуется. Привет! Привет! Ну а сейчас я много не буду добавлять. Смотрите видео сами. Это они под кормкой обрабатывают все растения. Витамин. Кан иладжи вериюлармиш. Витамины. Так дружно. Вместе с папой. Он всегда ей помогает. А вот сестра, Золовка моя старшая, сестра моего мужа. Видите, они не против посниматься в камеру, сами без меня. Делают видео. Надо попросить у них тоже, как они готовят эту подкормку. Видите, уже в огороде что-то появляться стало. Уже выросли, саженцы видны. Скоро-скоро уже будет весь сад заполненный. Прямо как на дрождях растут все. И все. Молодец, баба Джим, как помогает. Шустрый такой у меня. И виноград пошел поливать. Там вот вдоль забора находится виноград. Винограда много у нас. Они делают пекмес. Такой сок из винограда. Очень полезные средства для иммунитета, для простуды, от простуды, для профилактики простудных заболеваний. А Немчик постоянно возится с цветами, как и я вот люблю очень. Ну что, друзья мои, смотрите, продолжайте.
Ну, а это мама собрала много лука и сейчас приводит его в порядок. Дела в деревне не заканчиваются. Племянница ей волосы покрасила, нахвасталась передо мной накануне. Цвет красивый или нет. В общем, что-то обязательно делают они. А вот наверху старшая заловка собирает виноградные листья. Я попросила их для голубцов. Ну, а это наши деревни и соседи, и родственники. Вот так вот они собираются, женщины. У каждого с луками мечены. Прямо на нашей улице. Вот эта тетя. Сестра старшая моей свекрови. Вот у них здесь сбор. Место встречи изменить нельзя. Друзья мои, извините за нехорошее качество видео, так как это снимала вот заловка, как я узнала, старшая. Поэтому извиняйтесь, не обижайте. Я как могла смонтировала, улучшила немножко качество. Всем пока-пока. Спасибо вам за просмотр и поддержку.